С вами Сималаев, и сегодня я буду петь песню Руслана Кузнецова «Последняя песня» по просьбе Карины Павлович. Ну а мы начинаем. Начинаем петь. И, кстати, сейчас день. Я вчера снимала начало. Что? Поздравь меня с чем? С праздником, с каким? Вот. Ну, это ясно у нас все. Некоторые я могу пропустить, потому что я не знаю там все. Думаю, чуть погромче можно. Только чуть погромче, чтобы было тише. Громче. Хорошо. С тобой в невесомости улетать от земли до земли. Немного радости, чужой зависти, сладости. Целуйка на руках, тебя одну нести. Не бойся, я рядом с тобой. Давай помажем всему миру рукой. И в моменты тревожности, сложности, держи руку мою, смотри, не отпусти. Смотри, не отпусти меня. Не отпусти. Не отпусти меня. Вот это я можно пропущу сейчас? Нет, тут можно. С тобой в невесомости улетать от земли до земли. Немного радости, чужой зависти, сладости. С улыбкой на руках тебя одну нести. Не бойся, я рядом с тобой. Давай помашем всему миру рукой. И в моменты тревожности, сложности, держи руку мою, смотри, не отпусти. Вместе с кроме как честь. Блин, это реально тяжело. Тяжело. Ну ладно, сейчас мы посмотрим текст. Сейчас. С тобой в невесомости улетать от земли до земли. Немного радости, чужой зависти, сладости. С улыбкой на руках тебя одну нести. Не бойся, я рядом с тобой. Давай помашем всему миру рукой. И в моменты тревожности, сложности, держи руку мою, смотри, не отпусти. Смотри, не отпусти меня. Не отпусти. Ну все. Ребят, и это не такая уж и веселая песня, потому что это песня о разводе, ну, о Алене и Руслане, потому что они развелись. И это очень плохо. Самая крутая пара YouTube развелась. И я, у меня к вам просьба набрать 20 подписчиков. Я хочу 20 подписчиков, потому что скоро я уезжаю на юг. И я хочу, чтобы у меня к югу, я в мае уезжаю, да, в мае уезжаю. И хочу, чтобы к маю у меня было 20 подписчиков. Это же не сложно набрать еще 4 подписчика. Да, не сложно. Ну ладно. И я надеюсь, вам было приятного просмотра. Вам было приятно смотреть, как я все это пою. Ну и всех целую, всех люблю.